маркетинг. Прямой маркетинг, прямые выплаты. Это индивидуальная работа. Я подключила лайв, получила 5%, да? Потом я жду, пока этот человек еще мне придет на встречу, получу глубинный бонус. Правильно? Я задам пару вопросов спонсору любимому, если что-то не понимаю, и отвечу партнерам. Скажите, это командная работа? Да, конечно. Это командная работа. И я сравнила с пчелами. Вот такая маленькая сота – это одна командная работа, которую мы сделали. Дальше. Добавили нам циклический бонус. Скажите, во что это превратилось? Улей. Правильно, целый улей. Потому что мы все с вами делали точечную командную работу и зарабатывали. Кто-то 5 лайфов продаст в месяц, кто-то 1. Сейчас нам дают возможность, как сказал Сергей, с маленькой вот такой, ну, с маленькой затратами усилий, но все вместе участвуют в циклическом бонусе. Кто-нибудь вообще включил мозги свои, что мы там будем все вместе в этом уле? Да, конечно. А вы знаете, что еще в этом уле видно? А в этом улье видно, какая ячеечка полная меда, а какая пустая. Какая пчелочка из нас работает, а какая трутика. Серьезно? Классно, да. Вы нифига не скроетесь из этого улья. Потому что мы все будем видеть, кто трутенек у нас тут и пытается по улью, да, чужой медок собирать, а кто работает. Я к чему это все говорю? Циклический бонус лично для меня – это контракт совести. Это контракт совести, можете даже себе где-то записать, потому что если вы в циклическом бонусе начинаете активно работать, вы получаете деньги. Если вы не активно работаете, вы получаете деньги, но вы заключаете контракт совести, потому что за вас никто работать не будет. И последний момент, который мне нравится в циклическом бонусе, знаете какой? Мед. Мед. Да, мед. Начнем качать мед и угощать всех. А скажите, на что летят мухи? Не, мухи на что летят? Не на мёд. На вонь. А мы с вами что будем производить? Кто к нам будет лететь? Пчёлы. Пчёлы, такие же пчёлы. То есть мы начнём притягивать с вами таких же пчёл. Так вот, вот это слово цикличность, то, что ты выходишь из этого цикла, да, и опять возвращаешься, и тебе компания дает такой теперь уже не спонсорский пендаль, а такой фаерфлайсовский пендаль, автокнопочка, да, вышел и опять, вышел опять. То есть мы в этом улье, если не будем собирать нектар и приносить его, слушайте, какая интересная история получилась, да, на ходу родилась, то никто, конечно же, из вас не получит деньги. Никто, никогда. И не маркетинг виноват, и не продукт виноват, и не ехуповские вебинары или школы. Лень и зависть. Так вот, я на сегодняшний день пришла Сереже и сказала, я почему Сереже говорю, да, Сергею, я пришла Сереже с Леночкой и сказала, говорю, вы знаете, я уже не сплю, меня уже колбасит, меня уже эти циклы, кто там у нас еще не спит? Тахир, по-моему, да? На 6-м уровне во сне, говорит, Марина, уже. Да. Я уже не сплю, меня уже прет. Я 7 апреля запрягаюсь опять в этот маточный улей, или в этот улей, как это, улей или маточный процесс, я начинаю проводить вебинары. Я одна буду работать в вебинарной комнате. Все лидеры начинают проводить вебинары. Галина начинает академию проводить. Все золотые начинают проводить академию. Знаете, что мы для вас будем делать? Мы будем те самые матки, которые будут сидеть вот в этих ульях, да, и помогать вам обслуживать вот эти наши с вами ячеечки. Потому что благодаря системе мне говорят, нет у обучения в компании Fair. Вот нет обучения в компании Fair. А как нас, Сергей Тишко, с Еленой Барановой, с Картеляев, ребята, вот все золотые, кто нас учил, скажите? Вот кто нас научил, как вы думаете? Друг у друга учили. Практика, кто сказал? Наташа, да, практика. Когда мы начали каждый день делать одно, второе, третье, вы думаете, он не делал ошибок, или он не делал ошибок, или я? Да я столько ошибок сделала за 3 года, думаю, Господи, слава Богу, что я их сделала, потому что сейчас на них можно научиться идти дальше и не допускать их. Так вот, нас никто не учил, мы в процессе. И я вам хочу сказать, мы выработали одну самую главную
задачу перед собой. И я повторяю слова Сергея Тишко. Что я за лидер, если мои люди не зарабатывают деньги? Поэтому я знаю, что все, кто сидят на первом ряду, и кто сидят на втором ряду, это все лидеры, которые заинтересованы в том, чтобы вы в первую очередь зарабатывали деньги. Лидеры согласны со мной? Да. Все. Поэтому все, кто в этом зале, все, кто получают от нас волшебный пендель в виде, знаете чего? А ну-ну-ну, говорите. Видя? У меня одна минута. Я ухожу с этим. Молодец, Сонечка! Каждый, кто находится здесь эти три дня, вы подпишете контракт совести с самим собой, что я выключаю свою лень и зависть, я подключаю 4 лично приглашенных в обязательной системе, да, и я дублицирую и обучаю своих людей делать что? То же самое. И никакого обучения вам не надо. По субботам я возвращаю, точнее, я начинаю, да, школы по порталу, по продукту, по тем новинкам, которые будут, но хочу вас сразу предупредить. Директора нам пообещали, да, что они нам часть новостей скажут, но ведь основной запуск будет 21 апреля. Поэтому до 21 апреля чем занимаемся? Мед собираем. Все, спасибо вам большое за внимание.